Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Сид Барретт. Подобно сверхновой звезде, этот музыкант ярко вспыхнул и быстро сгорел, оставив после себя главную психоделическую команду всех времен и народов – Pink Floyd. Роджер Кит Барретт родился в Кембридже 6 января 1946 года. Кличка Сид, версии происхождения которой разнятся, появилась у него в подростковом возрасте, когда молодой человек еще не сделал серьезный выбор между живописью и музыкой. Впоследствии второе увлечение все же вышло вперед, и в начале 60-х Барретт очутился в ансамбле Jeff Mott and the Mottles. Когда в 1962 группа распалась, Сид на различных вечеринках начал играть песни Битлз, но уже спустя год взялся писать собственные вещи. Примерно в то же время Барретт давал акустические концерты с Дэвидом Гилмором, а после переезда в Лондон, где поступил в Корнуэллский колледж искусств, сошелся с другим своим земляком – Роджером Уотерсом. У басиста была своя команда, которая меняла название как «Перчатки», но когда Сид стал ее членом, то вытеснил Уотерса с роли лидера и дал ансамблю окончательное имя «Pink Floyd». В 1965-м Флойды впервые побывали в студии, и в том же году Барретт, ранее баловавшийся только марихуаной, под воздействием ЛСД отправился в свой первый трип. С конца 1966 года команда приобрела широкую известность в психоделических кругах, а в 1967-м о ней заговорили все. Сид был новатором в музыке. Он одним из первых начал широко применять гитарный фидбэк и световое оформление концертов. Большинство материала с дебютника The Piper at the Gates of Dawn также принадлежало перу Барретта, однако наркотики быстро выкашивали здоровье музыканта, и уже к середине 1967-го его поведение стало неадекватным. То он расстраивал гитару прямо на концерте, то все шоу держал один аккорд, а то и вообще не играл, а во время интервью или давал односложные ответы, или просто молчал, уставясь в одну точку. Когда коллеги поняли, что их лидер стал профнепригоден, его заменили Дэвидом Гилмором, и 6 апреля 1968 года Pink Floyd объявили об официальной отставке Сида. Спустя пару месяцев флойдовский менеджер Питер Дженнер привел Барретта в студию EMI, чтобы тот записал несколько композиций, но в середине сессии музыкант поссорился со своей подружкой и, бросив работу, пустился во все тяжкие. Дело кончилось вмешательством психиатров, а здоровье Роджера пошло на поправку, так что он даже всерьез задумался о сольной карьере. Обратившись на EMI, Сид получил добро на запись альбома и выделенного в помощь продюсера Малкольма Джонса. Дженнер же отказался от повторного эксперимента. С грехом пополам и с помощью Гилмора и Уотерса, а также членов Soft Machine, сессии The Madcap Loves были доведены до конца, и в январе 1970-го диск поступил в продажу. Ввиду прерывистого процесса создания, альбом получился неровным, причем лучше звучали те песни, которые продюсировал Джонс, а не коллеги-флойдовцы. Сенсация The Madcap Loves, конечно, не стал, но в британских чартах все же отметился. В топ-40 релизу досталась последняя строчка. Вторые сессии проходили более компактно, с февраля по июль 1970-го, а партнерами Сида в этот раз являлись Гилмор, Райт и барабанщик Humble Pie Джерри Ширли. Коллеги теперь уже не топили Барретта, а реально помогали вытягивать все вещи, и в результате альбом Барретт получился более очаровательным, хотя по-прежнему не особо сфокусированным. И хотя чартовых высот пластинка не покорила, она запомнилась слушателям такими песнями, как Baby Lemonade, Jigolo Ond и Effervescent Elephant. К сожалению, Сида хватило ненадолго, и после участия в недолговечном проекте Stars и неудавшейся попытки записать еще один альбом, музыкант оказался за бортом шоу-бизнеса. В середине 70-х он уехал к матери в Кембридж и вел затворнический образ жизни. По слухам, он вернулся к оригинальному имени Роджер и рисованию, а также занимался садоводством. В 1988 вышел сборник ранних неликвидов «Опель», а в 1996 Барретта, как участника Pink Floyd, заочно ввели в зал славы рок-н-ролла. Что касается состояния здоровья, то оно оставляло желать лучшего. Роджер страдал от язвы желудка и диабета, а под конец его одолел рак, который и стал причиной смерти сумасшедшего бриллианта. Сид Барретт скончался 7 июля 2006 года.